Ишимские полицейские спасли из огня на пожаре пожилую пару. Три сотрудника несли службу на стационарном посту ДПС, когда увидели сильный дым, поднимающийся из расположенного поблизости жилого сектора. Они добежали до горящего дома, где соседи рассказали, что внутри находятся два пенсионера. Два молодых человека уже пытались потушить пожар, закидывали снегом огонь, но у них ничего не получалось. Я потом в итоге подбежал к окну, разбил окно и начал звать бабушку, которая проживала в этом доме. И она подошла к этому окну, и, собственно, я ее вытащил с окна. Убирали транспортные средства граждан, которые здесь находились, оказывали также помощь гражданам, которые здесь. Дедушка вышел, укрыли его одеялом, отнесли в сторону. За проявленную смелость ишимским полицейским Роману Фоминцеву, Артему Алексееву и Алексею Жигулину будет объявлена благодарность с занесением в личное дело.